Вот они, видите? Сейчас мы вот так вот польем туда. У меня пылесос уехал на газон. Представьте себе, смотрите, что случилось. Я хотела сегодня позаграть, у меня даже времени на это нет. Кстати, я так и не подстригла ей волосы. Так и остались они у нее. Наш папа теперь на работу ездит на велосипеде. Обалдеть. Вот это вот тебе тут маечка. Ритм. Шерсти состригла. Бунечку подстригала. Всем приветик, доброе утро. Начинаю с утра снимать влог. Сразу скажу, что мне намного лучше. Я вчера целый день не кашляла, и сегодня только утром у меня был небольшой кашель, но как бы я уже чувствую, что намного лучше. Продолжаю полоскать горло. Вот, сейчас с утра Сюня мне будет помогать. Будем мурашиков травить. Вот, мы только недавно проснулись, и у меня сразу задание с утра травить муравьев, потому что у нас их почему-то очень много. Ой, улетело. Так, в общем, закручиваю эту распылитель. И сейчас пойдем поливать. Дальше. Маргарита, я смотрю, у нас в песочнице сидит, играет. Ты что делаешь? Песочек играешь. Я пошла мурашиков травить. Там новые домики они сделали. Так, сначала нам нужно накачать воздух. Немножко открыть. Вот они, видите? Сейчас мы вот так вот польем туда. И они оттуда уйдут. Они быстро это делают, я не понимаю. Нужно подкачать чуть-чуть вот так вот. Есть большие домики, а есть совсем маленькие. Так, все, потравила я уже. Видите, как мы уже бассейн поставили. Не на траве, а полностью на бетоне, потому что травка портится. Мои цветочки уже расцвели, как цветут. Но они быстро так отцветают. Буквально там два денечка и уже отцветают. Но зато следующие расцветают. Вот, еще тоже растут. Вот, растут. Такс. Идем завтракать. Чай будете пить? Что? Чай будете пить? Да. Да? Да. Прям на солнце там сидят. Жарко сегодня очень. Сегодня очень жарко будет. Маргарита уже с утра искупалась. В 10 часов утра залезла. Говорит, нет, мама, холодно. Что ты рисуешь? Я сейчас запущу робота, потому что у нас Бонни так сильно линяет. И вот здесь есть батарейка? Нет. Нет батарейки. Да, одна полосочка. У нас Бонни так сильно линяет, что весь пол, видите, в шерсти, везде шерсть. Вот тут шерсть. Я не знаю, когда она перестанет линять, но, в общем, пускай заряжается, потому что, когда ты кушаешь, играешь. О, Ксюша, мысли кушает уже. Я чай хотела попить. Я уже который раз вас путаю. Я думала, это Маргарита сидит. Я говорю, Маргарита, покушали, почему тарелки за собой не убрали? А это Ксюша, оказывается. Еще и в купальниках в одинаковых ходит. Все, зарядился мой робот. Работяга. Поехали тогда. Ой, все.
Ксюша делает домашнее задание по гитаре, по музыке. И что надо сделать? Музыку? Нет, это писать. Которую мне дал, я не знаю, если это правильно. Ноты? Ну не знаю, если я сейчас правильно играю. Ну попробуй, попробуй. Ничего не понимаю, что она делает. У меня пылесос уехал на газон. Представьте себе, смотрите, что случилось. Он решил это газон пропылесосить. Ё-моё. Теперь все чистить надо. Что, тепленькая водичка согрелась? Да, я 10 раз налила горячий. Хватит уже воду наливать, все. Я хотела сегодня позаграть, у меня даже времени на это нет, если честно. То убирать, то готовить, то еще что-то. Вот так вот. Они уже, посмотрите, какие черные, они уже все загорели. Как будто они где-то на море уже побывали. Ребят, кто помнит это платье, помните? Это Ксюшина платьишко, теперь Каролина носит. Помыли голову после бассейна. Такие волосы были ужасные, запутанные. Нравится платьишко? Ну, оно немножечко большеватое, но... Да. Ну, нормально. Такое легенькое. Красивое. Ксюша его практически не носила. Только когда мы в Испанию ездили, она с собой брала, его надела несколько раз и все. А сейчас у нее такой стиль, что... Все? Снимаем? Опа. Кстати, я так и не подстригла ей волосы. Так и остались они у нее. Прядка сострижена, я не подровняла ей. Все забываю. Все, пускай сохнут. Покружились. Я тут варю суп, стою. У меня ребенок не дает мне морковку нормально почистить и порезать и в суп бросить, потому что она ее таскает. Каролина очень любит морковку. Тем более она очень вкусная. Вот эта морковочка молодая. Она такая вот маленькая. Все уже, Каролина, мне на зуб нужно. Посмотрите, сколько я уже почистила. Это все они съели. Суп сварю, будем суп кушать. Давай, иди. Каролина, ты что делаешь? Ты паучок? Да. Угу. Или ты обезьянка? Осторожно, там не пробей головой потолок. Ой, я тут готовлю, она запотела. Слази давай. Слази давай. У меня уже сварился супчик. Сегодня с рыбкой и с морепродуктами. Ну, как всегда, в своем репертуаре. Я тебе уже дала. Я уже ее накормила вон курочкой. Все. Нет, больше. Мы хотели ужинать. Ну зачем ты это делаешь? Чуть-чуть, много не надо. Нет, смотри, что она прям на меня прыгает, а? Она меня толкает? Тебе не жарко? Все, уже купаться не будете сегодня? Нет? А что? Да ладно, сегодня жарко. С рыбой, с рисом. Не знаю почему, но мне нравится с рисом. Я люблю... Да, я люблю густые супы. Либо чтоб лапшичка была, либо чтоб рис был. Какая-то крупа. Лапшичка, ну не знаю. Рыбный суп с лапшой. Маларита, волосы в тарелку. Ну не знаю, я просто... Думала, что добавить, и добавила рис немножечко. Папа приехал с работы, кстати, ребят. Наш папа теперь на работу ездит на велосипеде. Нет, с машиной все нормально, у нас машина есть, она не поломалась. Но на работе у папы теперь стоянка, парковка. За нее нужно платить 160 франков в месяц. Это, ну, где-то $170 в месяц. За стоянку возле работы. Поэтому папа решил ездить на работу на велосипеде. И заодно заниматься спортом. Где твой велик? Велю. Велю. А.
Он сегодня поехал первый день. Туда, это где-то 1:20 он ехал и обратно. Ну, через месяц увидите его худеньким-худеньким, не узнаете. Вот, смотрите, как она уже загорела. Тебе нужно... Ничего себе! Тебе нужно как-то так позагорать, чтобы она у тебя сравнялась. Посмотрите. Обалдеть. Вот это вот тебе тут маечка. Ну, у нее уже не болит, да? Не болит? Нет. Это видите, это уже как бы не красное, это уже загар. Она уже такая коричневая стала. Ну, тут тоже вон. Ну, я ночью спать не могу. Тебе нужно лечь и спинку без ничего оставить позагорать. А то так некрасиво. И пузо красное. Не болит уже живот? И нужно немножко тут позагорать. Мама! Плечи сгорели. Я тут загорела. Не сильно. Нет, не сильно ты загорела. Притихло, не слышно тебя. А что ты на ту сторону тоже можешь перевернуть? Она двухсторонняя. А ее просто отрезать нужно. Вот это тоже? Нет. Да, вот эту только белую отрезать и все. И можно выворачивать на другую сторону. Ритм. Билли Айлиш! И это да. Да. А, вот. Это да. Почистила немножко бассейн, кто-то насыпал, там целая гора песка была, там еще чуть-чуть осталось. Но я уже такие камушки большие уже убрала. Нужно купить завтра обязательно эту жидкость для воды, чтобы она не воняла, потому что... Да? Ну да, там хлорка, потому что уже начинает, знаешь, такой этот запах. Она же быстро портится, она же на солнце. 29. Завтра я буду загорать, все. Завтра меня не будете трогать. Завтра он придет. Да, опять? Завтра я буду загорать. 29 градусов. О, в пятницу гроза. 28 градусов. Ну так, может быть, днем будет солнышко, как всегда, а вечером дождик. Смотрите, сколько шерсти состригла. Бонечку подстригала. А то у нее попка постоянно пачкается. Да, Бонь? Молодец, умничка хорошая. Послушная девочка. Вот сколько сострила. Твое это богатство. Получилось. Такие вот коротенькие штанишки теперь. Да стой ты мне на раскорячку, Бонь. Стой. Вот видите, как коротко. А то у нее все прям чуть ли не на полу было. Теперь такие штанишки коротенькие. Иди туда. А? Все? Не будешь теперь пачкаться? А то сегодня она зашла. У нее там эта кокулька прилипла. Мазала везде. Твое. Сейчас буду убирать. Бонюсь, тебе нравится твой новый образ? Она ждет от меня вкусняшку. Я тебя уже накормила вкусняшкой. Я уже лежу в кровати и смотрю телефон. Ну, я смотрю, как делаются мочи. Ну, то есть, как они там делают в Японии. Мне очень интересно. Так смешно. Они вот так вот. Смотрите, послушайте. Так смешно. Подождите, я вам покажу. Вот. В общем, это тесто.